Вопрос кадров, он по большому счету вечный вопрос. Да? Это вопрос не сегодняшнего дня. На сегодняшний день самый большой дефицит учителей начальных классов. Понятно почему. Да? Потому что первоклассников становится больше. Если в прошлом году у нас в одной школе города Кирова было 10 классов, то и в этом году эта картина тоже самое будет. Это начальные классы, это физика, это химия, это иностранный язык. А молодые педагоги, которые выпускаются, они успеют сейчас пойти? Они должны успеть. Мы надеемся, да, что они придут в нашу школу. А сколько пришло молодых? Сейчас как раз мы изучаем, да, потому что сегодня нету такой позиции, что как раньше мы приходили с пединститута, что 15 августа мы должны уже обязательно быть в школу. В этом году этого, к сожалению, нет, поэтому сегодня еще учителя не доходят до наших школ, поэтому вот завтра, послезавтра мы будем уже знать эту цифру. Но хочу сразу сказать, что количество ребят, которые приходят сегодня в школу, их становится все больше и больше.